20 февраля 2022 года Манчестер Юнайтед в рамках 26-го тура АПЛ проводил выезд против Лидс Юнайтед и уже после первого тайма ввел 2-0. Гарри Магуайр на 34-й минуте после подачи углового выиграл борьбу у Лоренте и головой вколотил мяч под перекладину. И Бруно Фернандеш забил головой гол в раздевалку. Казалось, гостям можно спокойно доводить победный матч до логического завершения. Только вот рано расслабились манкунианцы и пропустили дважды на 53 и 54 минутах. Морено забросил мяч за шиворот Де Хеа в дальнюю девятку, хотя там походу круглый просто удачно срезался с ноги испанца. И тут же Рафиня вколотил мяч в пустой угол ворот после классного паса Джеймса. 2-2. А потом был Фред. Бразилец сам начал голевую атаку, нашел пасом штрафной лица Санчо и тут же рывком открылся по левому краю. Получил пас в ответ, да и вколотил мяч в ближний верхний угол. Сразу же вспомнились голы Фреда за донецкий Шахтер, которые часто становились решающими. Роналду был заменен. Чем запомнился? Португалец в основном занимался распасовкой. Против Криша нарушались правила, бывало что жестко. Роналду и забить мог на 27-й минуте, но с его ударом справился голкипер Лидса Мелье. А снял все вопросы о победителе фактически Бруно Фернандеш, который красиво перебросил соперника и вывел на ударную позицию Элангу. 4-2. МЮ набирает 46 очков и по-прежнему на 4-м месте. Только вот желающих вскочить в зону Лиги Чемпионов много. Вест Хэм, Арсенал, Тоттенхэм. Крайние двое имеют по 3 игры в запасе и остают на 4 и 7 очков соответственно. Так что манкунианцам будет нелегко удержаться на занимаемых позициях. С вами был Саныч, до новых встреч!